Попал под трамвай, но выжил. Наезд на 17-летнего парня случился в районе пешеходного перехода на 4-й станции Большого Фонтана. Полиция сообщает, что пострадавший пересекал рельсы в неустановленном месте. С повреждением головы его забрали медики. Состояние критическое? Нет, не критическое. Шок, ну немножко шок. Нормальное состояние. Много крови он потерял? Нет. Там порез буквально такой наискось. Так он что, лежал, получается, на рельсах? Нет, не или лежал. Он упал? Ну, он зацепился за трамвай просто. Не заметил, как говорят. Он ударился, да? Ударился просто.